а мама – это наше продолжение нашей нации. Я желаю всем вашим семьям, нашим мамам здоровья, благополучия в семье, достатка, чтобы дети ваши росли здоровыми, умными и стали достойной сменой нашего заслуженного предыдущего поколения. Спасибо вам за все. Надеюсь, наши сюрпризы, наш фестиваль вам принесет хорошее настроение и понравится. Спасибо. Мне очень приятно, что наш творческий фестиваль получил поддержку со стороны школы английского языка в Мизно Smart Education. И я приглашаю к микрофону директора по развитию Солгановскую Надежду. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hello. Hi. How are you today? Fine? Fine. So let me say that I'm very glad to see you all here today. And I congratulate you on this wonderful Mother's Day. Позвольте от всей души поздравить вас с таким важным днем, который не имеет границ. Это день не имеет национальности, потому что мама, мамочка – это важное слово, важный человечек для всех-всех людей в мире. Солнышки наши, знаете, как сказать «я тебя люблю» по-английски? Давайте признаемся мамам в любви сейчас, да? Давайте скажем «Mother, I love you», okay? 2, 3. That was really great. Thank you. Well done. So smart of you. В честь этого праздника мы хотим чуть облегчить жизнь мамочкам. И мы помогаем же в таком деле, как изучение английского. И подарить всем ребяткам 2 недели обучения в нашем центре. Приходите в гости. Увидите вот такие сертификаты. Совершенно бесплатно можете позаниматься. Congratulations. Thank you very much. Спасибо вам огромное, Надежда. Вот первый сюрприз уже приоткрыл свои окошки. Каждый из участников нашего творческого фестиваля получит замечательный сертификат, дающий право на бесплатное обучение в этой школе. Спасибо вам огромное. А мне хочется перейти ко второму сюрпризу и пригласить на нашу сцену представителя компании Marie Kay, консультант по красоте Юлия Корсакова. Всем от всей души поздравляю наших дорогих мам. Вообще хочу поздравить абсолютно каждого, потому что это праздник от каждого человека, потому что мама – это главный человек в нашей жизни, абсолютно каждого из нас. И поэтому я думаю, что это праздник каждого дня. Вот. Нашу компанию организовала Marie Kay, это да, стало уже нарицательным именем, но это живой человек с историей. А мама 3 детей, и когда она организовала компанию, а она организовала компанию только для женщин, для того, чтобы улучшать жизнь женщины, чтобы женщина могла строить свою работу и, может быть, даже карьеру в соответствии со своими основными ценностями. А наши основные ценности, дорогие женщины, конечно же, это семья, это дети, это дом. А вот, и мы делаем все возможное, чтобы делать наших женщин красивыми, счастливыми и, соответственно, счастливыми и детей, потому что красивая мама – это счастливая мама и счастливые дети. Вот. И, кстати, хочу сказать, что 3 ее замечательных детей, когда она создала эту компанию, они оставили свою работу и пришли к маме, они поверили ей и поддержали. Вот. Эта компания существует уже 52 года и, в общем-то, завоевала очень большую репутацию за безопасность продукции, за качество продукции. Вот в том уголочке у нас волшебный столик красоты. Прошу, подходите, поможем немножечко преобразоваться, стать немножечко еще лучше, хотя вы все замечательные и красивые. Вот. И в конце мероприятия нашего тоже у меня будет сюрприз, подарок. Тоже каждый получит из вас сертификат. Попозже. Спасибо большое, Юля. Я еще раз скажу для всех мам. Вас ожидает в нашем зале небольшое преображение. Вы у нас самые красивые, но чуточку-чуточку добавить шарма
тоже всегда можно. Поэтому вы можете подходить вот за те столики, которые у нас находятся в зале, к Юле, и вместе с ней получить консультацию, наложить макияж. В общем, вот пока такая возможность есть, я вам предлагаю всем ею воспользоваться. Детки, это только мамам такой подарок. Ну, а теперь разрешите начать наш концерт, посвященный Международному дню матери под названием «Самая любимая мамочка моя».